Poate totuși rămâneți la dezbateri. A, noi am declarat anterior că cu hoții și corupția la dezbateri nu participăm. Vă mulțumim foarte mult. Este dreptul dumneavoastră, Partidul Acțiune și Solidaritate, părăsește studioul dezbaterilor. Stimați cetățeni, diferența între echipa mea și toți ceilalți prezenți în platou, inclusiv acest, acești doi, a, două persoane, și pas, din păcate, este că noi am știut întotdeauna să identificăm o modalitate prin care să mișcăm țara noastră înainte. Și când e vorba de confruntare, nu este bine să ieșim și să plecăm. Sau când am pierdut, să lăsăm mâinile în jos, să spunem ca în 2019, în februarie, că vom sta patru ani în opoziție și ne vom uita cum plahodnic va guverna țara asta. Gestul ăsta eu îl dezaprob. Eu vor rămâne cu acest cetățeni până la urmă. молдова этот комментарий в сторону партии действия солидарность это вы их обвинили в трусости в этот момент или высокомерие или я не очень поняла если честно я их не обвинил. Я сказал, что я не согласен с этим жестом. И тогда, когда случаются такие эпизоды, такие моменты, нужно отстаивать свою позицию, а не делать какие-то заявления и покидать поле, потому что ты себе придумал какую-то защиту. Госпожа Стамати, бывший министр юстиции, у него был шанс сделать так, чтобы... Такие люди, как Платон, не сидели в этих э, э, студиях. Давайте. Получается, что пас считает, что они не хотят говорить с ворами, и они оставили, как бы они ушли, оставили меня, а я более низкого качества. Получается, да, и я должен с этими ворами о чем-то говорить. А теперь представьте эту идиотскую абсолютно ситуацию. Если бы вы ушли. Нет. Представьте себе, что вот эти двое. На национальном общественном телевидении который, на который мы тратим миллионы евро, полтора часа пудрили бы мозги нашим гражданам и у них не было бы контраста, не было бы человека, который бы расставлял их по своим углам и показывал им на, на их место в, в нашем обществе. это как задача любой политической партии донести свои идеи, и высказаться в том числе насчет тех людей, которые являются виновниками в обкрадывании нашего государства, разрушении нашего. Там в студии был Вячеслав Платон, который нанес нашей экономике стратегическим интересам национальной экономики ощутимые потери, которые трудно оценить. Я их оцениваю в миллиарды евро. ПАС предпочел прийти, сделать заявление и уйти. А я предпочел остаться и сказать в лицо этим двум, что я о них думаю. И в этом, я думаю, есть качественная разница. Что там считает Пас, это их дело. Правильно? Так поступать нельзя. Это Правильно? общественное национальное телевидение. Нужно было остаться и показать людям, кто есть кто, объяснить, кто в этой студии, кто присутствовал в этой студии и почему за этих людей и за тех, кого они представляют, голосовать нельзя.